На торжественном мероприятии присутствовали глава городского округа Константин Бочаров, председатель Московского областного совета ветеранов Виктор Пикуль, председатель Щелковского совета ветеранов Борис Дудик, родственники героя. Николай Прохоров воевал под Сталинградом, участвовал в освобождении городов Европы, был ранен. За военные подвиги награжден 20 орденами и медалями. С 1947 года Николай Иванович Прохоров работал во Фрязинском НИИ «Исток». Внес большой вклад в развитие электронной техники, за что был удостоен звания лауреата государственной премии. Был первым председателем Совета ветеранов «Истока». Это уже 3287-й мемориальный объект в Московской области, отметил в своем выступлении Виктор Пикуль. Это не просто цифры, это действительно огромная работа всех. И органов власти, и ветеранской общественности, и нашей молодежи на местах. Мы открываем новые объекты, новые захоронения. У нас идут перезахоронения постоянно, а соответственно создание и возникновение новых участков, объектов, культовых, я бы сказал, объектов поклонения за тот великий подвиг, за ту великую победу.